It's a calming notion, perpetual in motion, but I don't need the comfort of any lies. For I've seen the ending, and there's no ascending rise. Когда приезжаешь в Европу, у всех ассоциация каких-нибудь крутых архитектурных сооружений, но, увы, Париж это обошло. Все, что из себя представляет автовокзал в Париже, это обычная подземка, но с другой стороны можно увидеть просто бетонные стены, голые бетонные стены с граффити. Если посмотреть чуть выше, там находится сам пешеходный переход, то есть ходят люди. Так как я и сказал, это сама подземка, но если опуститься чуть ниже, здесь видны чисто голые бетонные стены, и также есть площадка, где можно поиграть в футбол. Обычная огромная стоянка, то есть в основном здесь Блаблакары и Фликсбас. Кроме их ты по большей части ничего здесь не увидишь. Если пойдешь, не знаю, в общем, в другую сторону, если пойдешь, я выходил с другой стороны, там все обоссано, обрыганное, короче. Бомжи еще спят. Ну ничего, я еще дойду до той стороны и все вам покажу. А ну вот, в принципе. Чтобы вы понимали, когда идешь просто по этому автовокзалу, здесь воняет саньем. Это просто, ну, блядь, чистая бомжатня для бомжей. За этим, видимо, никто не следит, потому что нахрена это все нужно? Правильно. Нахрен это нужно, блядь. Хотел бы подметить один очень интересный момент, что сейчас здесь довольно чисто. Ну как чисто? Здесь как бы грязно, но по уровню Парижа это считается чисто. Здесь гораздо меньше мусора, потому что когда я был в прошлый раз, просто на улице горами, то есть горы мусора, пакеты всякие валяются, стаканчики из-под кофе. А сейчас здесь, ну, в общих чертах как-то, ну, по мелочи. Как-то даже непривычно на это все смотреть. По такому принципу устроена здесь стоянка. Места довольно мало, но расстояние около 300 метров. Довольно кажется большим, но так как здесь очень-очень-очень много автобусов, я не знаю, как они здесь вообще ездят. И очень странно то, что сейчас много свободных мест. А обычно, когда сюда приезжаешь, здесь все забито, и пока ты выйдешь отсюда, это пройдет минут 10 еще. Здесь довольно узкие проходы, то есть, когда час пик, люди собираются здесь вообще не пройти. Особенно я ушел с другой стороны, потому что там очень много людей, и они не просто где-то стоят в сторонке, они стоят на самих проходах вот здесь. И вот с чемоданом просто пройти, это нереально, это просто невозможно. И вот так, как я сказал, вот пока идешь по вокзалу здесь, как бы довольно чисто, особенно с этой стороны. Потому что раньше здесь, блядь, такая бомжатня была ужасная. Вот такие места, короче, люди обибовали. Ну, запах говорит сам за себя. И, в принципе, это в Париже нормально. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был,
Если где-то что-то обоссано, это считается нормальным. Просто чтобы вы понимали, если, например, приехать в такие страны, как Бельгия или Нидерланды, но эти страны ничем не хуже, чем Франция, Париж. Туда приезжаешь, там все цивильненько, все красиво, все чистенько. Особенно, кстати, в Бельгии, в Антверпене. Ты туда приезжаешь, автовокзал, ЖД вокзал, это местная достопримечательность, просто красивейшее здание, которое ты хрен где такое увидишь, да. Особенно ночью оно очень красиво светится, ну, то есть классное освещение. Вот за это им, кстати, реальный респект. Но здесь ты, считай, такого не увидишь. Довольно неприятно. Все-таки хотелось увидеть чего-то большего. Но подземные гробницы из чисто бетонных стен, где все обоссанное. Но временно, пока что здесь еще более-менее чисто. Если вдруг вы здесь ожидаете увидеть какие-нибудь кафешки, может быть, ресторанчик небольшой, то, увы, ни хрена здесь этого нет. Максимум, что вы здесь найдете, это автоматы, где можно просто купить кофе, можно купить круассанчик. Ну, в принципе, есть где посидеть, но там довольно очень мало места. То есть, в основном, можно купить билет на Flixbus и на BlaBlaCar, и все. Там также ничего нигде не посидишь. Довольно все бедно сделано. Вот о чем я и говорил. То есть касаемо цен. За бутылку лимонада 2 евро 70 центов. Пепси 2 евро 70 центов. Ну и здесь также ни хрена нету. Когда это все будут пополнять, хрен его знает. Никто не знает. Также не часто встретишь такие автоматы по выдаче еды. Ну, здесь, считай, также ничего нет, все пусто. Здесь чуть-чуть что-то есть, пусто. Чуть-чуть что-то есть, пусто, пусто. Чуть-чуть что-то есть. В плане цен за какой-то там сухарик практически 4 евро. Ну вот, погрызем чуть-чуть. Но здесь что-то более-менее, но я бы побоялся здесь что-то покупать есть, конечно. Тем более за 7 евро. Нахрен это нужно, чтобы потом травануться? А, ну здесь нет уже ничего. В плане вкусняшек? Так. Ну вот, конфеты шоколадные. Ну, практически 3 евро. Какие-то печеньки. Шоколадки. Шоколадка 2 евро. Также практически 2 евро. Ну, в общем, здесь ничего дешевого ты не увидишь. Париж, вокзал. Солидное место, как-никак, ё-моё. Также здесь много чего нету, все пусто, так как и наверху. В общем, цены вы видели в плане готовой еды, то, что я показывал в автомате. Я бы все-таки не рисковал это покупать, не хотелось бы травануться. Как-то мне внутри что-то подсказывает, что лучше... Лучше не брать. Сейчас пойду немного в другое место, покажу, где здесь можно купить билеты и, в общем, где здесь можно посидеть. Там довольно маленькое помещение, но все же это стоит показать. В общем, зашел я в это помещение, и сразу видно то, что в углу кто-то нассал. В общем, такое здание небольшое. Вот Flixbus и BlaBlaCar, где можно купить билеты, информационный центр. Метр на метр где-то. А, вот то место.
Но оно просто, ну, реально воняет. В общем, видео получится небольшим, потому что здесь, по сути, ну нечего здесь снимать. Какие в общем можно сделать выводы? Все боссовое, вот даже, например, вышел на улицу, сразу вот этот запах. О, бомж, сейчас покажу. Немного сдалека, конечно, но все. Не буду ближе подходить. В принципе, здесь это считается нормальным. То есть, куда бы ты ни пошел, они везде спят, лежат, сидят. В принципе, как показывает опыт, они здесь довольно дружелюбны и никого не трогают. Кстати, еще касаемо вокзала, как оказалось, что здесь очень плохо работает терминал в плане этих автоматов, где можно купить всякие вкусняшки, то здесь карта на пятый раз где-то срабатывает. Просто передо мной стояла женщина, прикладывала ту карту, я такой, блядь, нахрен это нужно, нахрен ждать, и ушел, и даже, ну, блядь, в общем, разочарование. Поэтому всем удачи, пока.